Акробаты на досках на базе отдыха в Калининском районе прошел первый в истории официальный чемпионат Твери по биг-эйру. Кульбиты с трамплина совершали лыжники и сноубордисты. Это динамичный спорт, развивающийся, такой же примерно, как и слоупстайл. Это самые современные направления сноубординга. Просто биг-эйр — это больше шоу. Это очень амплитудные прыжки. Вот мы видим здесь аэрбэк, то есть пневмоподушка с целью безопасности была поставлена у подножия трамплина. Наличие пневмоподушки позволило расширить круг участников соревнований. На старт чемпионата без боязни получить травму вышли и новички, которые впервые решили проверить свои силы в биг-эйре и победить прежде всего себя, свой страх. Да, адреналин, в этом и интерес, ну, опасность какая-то, то есть... Компанию представителей Верхневолжья из Твери, Удомли, Вышнего Волочка и Торжка на этом трамплине составили гости из Москвы. Поэтому соревнования получили открытый статус. Впечатление отлично, погода прям весенняя, все очень здорово, ребята очень все классные, все очень классно организовано, прям супер, очень нравится. Сначала прошли квалификационные прыжки, по итогам которых отбирались финалисты. Претендентам на медали в финале нужно было сделать по два зачетных прыжка с обязательным приземлением на ноги. В результате серебряным призером чемпионата Твери стала одна из самых юных участниц соревнований – 14-летняя Елизавета Соколова из Удомли. Я занимаюсь сноубордингом 6 лет, 6-й сезон катаюсь. И не знаю, мне просто нравится, это круто. Все. Титул чемпиона завоевал Никита Левченко из Торжка, бронзу Ярослав Поздняков из Вышнего Волочка. В командном зачете вне конкуренции оказалась сборная сноубордиста 69. Многие районы Тверской области культивируют сноубординг, и порядка 5 мест есть для катания. Это Старица, это Торжок, Волочок, Удомля. Там созданы условия, работают подъемники. Этот спорт активно, очень динамично набирает обороты. Поэтому и молодежь катается, и мы, ветераны сноубординга, продолжаем, в общем-то, двигаться, заниматься развитием мягких сноуборд-дисциплин. Как показал прошедший чемпионат, в Тверской области постепенно создаются условия для занятий горнолыжными видами спорта. Соревнования, во-первых, они идут на пике популярности, очень интересные, зрелищные. Конечно, они травмоопасные даже в какой-то степени, но в связи с тем, что у нас появилась эта подушка, и тренировки у нас регулярно проходят в парке, поэтому вот решили сейчас пока в этом году на подушку. Хотя сами биг-эйр соревнования, они проводятся на склоны. Но мы пока только начинающие федерации, начинающие спортсмены. Для того, чтобы подготовиться на следующий год уже к более серьезным соревнованиям на выезде и у нас здесь.